Никто не найдем. Мы подождем. Сегодня мы только вдвоем. Всем привет! Вы смотрите Вики Шоу! И сегодня у нас новый музыкальный челлендж «Отгадай песню наоборот». На этот раз папа для нас подготовил нарезки популярных хитов, которые мы должны будем прослушать задом наперед и угадать, что это за песня. Ребята, вы тоже вместе с нами отгадывайте песни. И обязательно напишите в комментариях, кто, сколько и какие мелодии угадал. И поехали! Давай, первая композиция. Включаю! Кто нажимает, тот имеет право голоса первым. Выключи, я скажу. Обалдеть. Мама моя. А имя любимое мое, да? А, время истекло. Правильно, что-то вы быстро больно угадали. Обалдеть, Вика. Вика тебя сделает, мне кажется. Я тоже так думаю. У нее хороший вкус. Вот Вика начала напевать, я сразу вспомнила, что это за мелодия. А так? Ты молодец. 1-0. Умничка. Следующий. Ну там есть сложненькие песенки. Следующая. Вика ширнула. Мод. Капкан. Да. Да? Я потому что обожаю эту песню. Удивительно. Ну-ка. Да. Друг без друга прожить, как нам самые опасные для меня. Так, и следующее. 1-1 у вас? Да. Следующее. Ну-ка. Может быть, вот здесь в конце. Без понятия. Может, еще раз? Сдаетесь? Нет. Я попробую. Время истекло? Нет. Да. Нет. Нет. Я не знаю тогда. Мне у тебя есть идея? Знакомая какая-то. Может, еще раз? Это так сложно, ребята. У меня 3 песни выбора. Не могу выбрать нужную. Ну, давай все сразу называй. Может быть, хоть с одной попадешь в цель. Но? Потому что у меня вообще никаких идей. Вот я думала, время истекло. Мама, я влюбилась или... На лабутенах. Нет, 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 нет. Ну тогда мы сдаемся. Слушаем. Да, это же время истекло, папа. Ты не так... Написано, Юля Караулова, ты не такой. Ты точно. Я... Ты не такой, точно, я что-то перепутала. В общем, нам ничего не засчитывается. А, это вообще другая песня, Вика. Почти похоже. Немножко похоже, да. Следующая. Да, Rockabye. Rockabye, baby, don't cry. На-на-на-на-на. Да. Да. Ставь лайк, кто угадал эту мелодию. Классно. Don't cry. Да-да-да-да-да. Классный, да? Как клевые песенки я подобрала. Вообще. Я просто не могла нажать, потому что я не знала, как ее спеть, поэтому. А мелодию ты помнил? Если знаешь мелодию, нажимай. Главное напеть правильно. Ну я не могу, она же английская, потому. Не, ну хотя а бы. Ты как можешь, так и пой. Слова не важны, главное мелодия. Да. Прям так пой. Все, давай следующее. Дальше еще будет интересней. Давай. Следующее. Извучка. Я знаю. Лейла. Ла-ла-ла, Лейла. Я думаю, никто не угадает эту песню. Лейла. К
Кстати, она, по-моему, на Муз-ТВ. Я думала, ты опять что ли выиграешь? Сейчас посмотрим. На Муз-ТВ эта композиция взяла награду, как, по-моему, лучшая песня, что ли, что-то. Ну, неважно. Ну, классно, она, конечно, очень. Да. Классно, да. Китай. Следующая. Китайцы, вот Вика, приготовься. Следующая. Я спела. Давай. Это из мультика. Нет, здесь нет из мультика. А, вообще нет из мультиков? Нет. Все, слушаем. Может быть, в следующей серии сделаем из мультиков. Классно. А, целиком посвятим, да, все мультикам? Да, да. Можем попробовать. Следующая. Давай. Ты точно каша, ничего не поняла. Еще раз? Да. Что ж мушная? Еще какой-то язык непонятный. Нет, вообще никаких идей. Ты знаешь? Даете. Ты знаешь? Какая-то знакомая. Знакомая, слушайте. Обалдеть. Точно. Следующая. И следующая. Иногда потому что и твои чуть-чуть чувства. Я тоже так думаю. Время и стекло, да? Да. Наверное, потому что. Вика, ты меня опередила. Чуть-чуть-чуть. Нравится. Грустно-грустно. Давай. Следующая. Давай. Что? Вау. Что это? Это похоже на... Как там эта песня называется? Сейчас помню. Напой. Это русская, да, папа? Да. Еще раз. А вот в конце тут понятно. Мама, я влюбилась в него. Да? Правда, мама, что вообще не похож? Его. Всю себя ему я подарила. Точно, да, что ли, эта да, песня? Да, 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 да. Обалдеть. Всю себя ему я подарила. Ты как Ханна, мини-Ханна. Такой на всей земле. Но... Если только по концовке можно было понять, что по это за песня. Да. Вика, вылезай, давай, следующая. Ты молодец, ты, по-моему, догнала на меня уже, да? О, не знаю, я не записывал. Ну, давай. Следующая. Вы совсем чуть-чуть похожи? А? Похожи, да, немножко. Ну, прям так, ну-ка, и мотивы есть сейчас, похожие. Сейчас еще раз. Почему? Не-не, это... А? Почему? Подожди, а кто нажал-то первый? Ты нажала или нет? Ты знаешь ответ? Я вот так держала. Ты знаешь ответ? Да-да-да, похоже, Вика, похоже, ну-ка. Да-да-да. Ну я первая нажила. А что это за... Не, мелодия я вспомнила. А кто это поет и что? Ну, сосед у нас по отелю с нами жил в Дубае. Егор Крид? Да. А как песенка называется? Как она? Не могу вспомнить. Я первый нажала, я угадала, я знаю, как ну, давай, пой.
мама. А если ты меня не любишь, да, то да. Я тоже нет. Я тоже. Я тоже нет. Не любишь, я сказала. Не засчитываем. И что теперь? Ну Вика вроде тоже как напевала. 1-1, да, у тебя тоже. По одному баллу? По одному баллу. Ну да. Это я честно. Я думаю, это будет справедливо, Вик, я тоже угадала. Ну я первая нажила. Ну ты же не угадала. У тебя ответ был не совсем ясен. А вот сейчас ты, Вика, должна угадать. Так, ну-ка, сядь подальше, давай. Моя Ардина за уикенд. Вау. Правда, а песенка какая? Ну там, мам, помнишь, новая серия там? Там, где камень он стал. Это Вика клипа насмотрелась, точно. Да-да-да, подожди. У Вики The Weeknd артист номер один. Она тащится от всех его песен. Ну, громче, громче. Все, там уже следующий начинает тихо-тихо-тихо. Ты молодец. Молодец. Любимого артиста быстро. Афина, come in. Давай, садись, следующая. Следующая. Мы ее с тобой сегодня слушали. Да. В Дубае он пел. Да. Вика, в принципе, это Егор Крид, потрачу. Да, а в Дубае он пел? Да. Не, у него новый клип, он тоже снимал свой клип в Дубае, Дубая. Когда мы в это время тоже были там в Дубае. Да, он... Там вот это закрученное здание. Да. Марина, да. Да, Дубай Марина. Классная песня. Моя любимая. Ставь лайк, кто тоже тащится от нее. Да, этот клип тоже он снимал в Дубае. Молодцы, кому очко? Всем, мне кажется, Вик тоже. Ну да, следующее. Опять 1-1! Да. Следующее. Очень красиво. На лабутенах. Опять нет, не лабутены. Нет, у мамы следующее. Ну-ка. Да. Это не шутки, мы ехали в маршрутке. Айова, да? Шутки, мы ехали. А, мы встретились, да. Под номером один. Ну что, Вика, я угадала? Вика, ты не в фокусе, садись. Следующая. Все что ли? Все. А что такая короткая? Могу еще раз включить. Ну она вообще неузнаваемая. Перевертыш неузнаваемый. Вообще никаких идей. Че, сдаемся что ли? Есть варианты? Давай. Вот как знакомые, я знаю эту песню, но как мы не можем вспомнить. На двоих дни и ночи. Джиган. Это Джиган. Да. Вообще действительно неузнаваемо, невозможно узнать. Вы такие милашки. Следующее. И постепенно нас никто не найдет. А что не нажимаешь? Сегодня мы только вдвоем. Между нами да. тает лед. Я нажала, а Вика спела. Между да, нами да. тает лед. А как мы засчитываем? Слушаем. 1-1. Тает лед. Мы промокнем под дождем. Никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Так, капли... я считаю 1-1. Хорошо. Следующее. Давай. Что это? Это... Ну, идея... Или... Как там оно...
Ну, на бой. Героина! Бинго! Правда, что ли? Да. Обалдеть. Молодец. Вау! Ну, вообще не похоже. Героина! А, вот потому что вот с конца он начал, да-да-да, поэтому не совсем ясно было. Да. Это был не совсем припев. Круто. Ты молодец. Тебя надо на танцы отдать. Ты дышный. И следующее. Вау. Ты чё, как это? Там. Но я всё вижу. Я вижу счастье внутри. А, ёлка, ёлка. Молодец. Ёлка. Да. Счастье внутри, смотри. Молодец, Вика. Я дай пять. Вижу счастье внутри, смотри. У меня все. Опять все? А мы... Все? Мы только-только разогрелись с Викой, да? Да. Папа, давай ты в следующий раз сделаешь все из мультиков. Мелодия из мультиков? Да. Это без будет проблем. Круто. Ребята, ставьте я лайки. Я все угадаю. Точный. Тогда следующий челлендж будет у нас... мультяшный, да? Да. Я все угадаю, я все мультики знаю. Ну, это точно. Всем пока-пока и до встречи в новом видео. Пока-пока.